Трудно сказать, какие футболисты, но естественно, что вот сейчас удар по воротам, и счет становится 1-0 в пользу бельгийцев. А наконец-то Андерлехт добился своего. Это Нилис мощным ударом из-за штрафной площади, не раздумывая, без подготовки, вывел Андерлехт вперед. И произошло это минуты за три до конца матча. Какой точный удар, видите, а вратарь даже не среагировал на мяч. До 16 метров, ровно 16 метров бил Нилис.